А вот клиенты собрались. Салон красоты на прическу. Че, друзья, не пускают вас, да? А, мальчика испугался. А тот и упорно сидит. Нет, я никуда не уйду. Это моя очередь. Я был первым. Я ведь свое место не уступлю. Да, я не уступлю свое место. Это турецкие завтраки продают уже. Готовые. Турция ведь славится своими завтраками. Упс. А, сегодня же воскресенье, это, наверное, воскресные завтраки. Поздние. Для тех, кто как мы, поздно выходит. Так. Мы тут уже проходили, давай вот последний... По другой стороне пойдем, вот по той. Тут мы уже были. Тут мы поднимались. Угу. Вон, смотри, семиты понес. После Гульхане вкусные семиты, прям свежие были. Надо там взять. Это кофе на песке. Оно прям отличается, вкуснее, да? Конечно. Ну, мы к вам придем, попробуем. Сегодня? Да. А вот если такой турки, можно на плите готовить, знаете? Вот, на плите? Да. Можно, да? Да. Какой магазин большой сувениров. Смотри, какая красивая улица, да? Мне нравится эта улица. Продается дом вот этот вот. Вот этот дом продается. Надо узнать цену какая, сколько стоит. А ну, сейчас я номер телефона запишу. Симпатичный домик. Двухэтажный. На хорошей улице. Прямо на Фатихе. Ой, слушай, я сразу тут прямо вот этот уже себе нашла еще один одни апартаменты на продажу. Ему надо. А, это вот этот. Вот этот дом. А, вон тот, да, сбоку продается, по-моему. Не этот. Это заброшенный. Да, это заброшенный. А ну-ка дай. Посмотрю. Какая красивая улица, да? Сколько тут кафешек, магазинов. По соседству какая вот, видишь, улица, переулок и сразу кафешки рядом с этим домиком. И вон сразу, видишь, какая-то вот постройка историческая тоже виднее. Пожалуй? Вон прямо. Да, это, по-моему, этот, не баня, а как они называют? Хамам. 10 лир картошка фри? Что? Надо потом. Хотел сфотографировать. Там такая стена, да ну брось, пошли фотографировать. Какое классное место для фоток. А здесь что вообще? Почему тут так ярко все? Садик, что ли? Фото чеки билерми? Тоже чеки билерми.
А, здесь кальянное кафе. Shots Foods. Сейчас будем фототься. Не, да и чуть потом, давай еще придем. Когда они уйдут? Ну ладно, давай. Как скажешь, сестра. Какая красивая улица. С видом на море. Обожаю такие улочки с видом на море. И вот всего пару минут ходьбы от этого дома, который продается. Мы выходим по этим красивым улочкам прямо на голубую мечеть. Красота. Я не знаю, там что-то вкусное готовят. Я думаю, кофе. А, нет. Тур. А у меня как мысли, как всегда, что-то вкусное. Если в очередь, значит, там что-то вкусное. Смотри, какой парк симпатичный. И вот минут 6-7 ходьбы, и вы у голубой мечети. Я все рекламирую тот домик, который продается. Была бы возможность, я бы не раздумывая его выкупила. Даже несмотря на то, что есть там ремонт или нет, убогий он там внутри или нет. Потому что ремонт здесь недорогой в Турции. Материалы, стройматериалы недорогие. Очень много чего везется из Турции в Россию. И к нам в Чечню, кстати, тоже. Стройматериалы, имею в виду. Сегодня многолюдно, да? Хотя тут всегда многолюдно, но сегодня вообще, посмотри. Ну, может, в прошлый раз уже ближе к вечеру. А, нет, мы тоже 2 часа дня было. Капюшон надела, потому что тебе надо будет платок одеть. Матрешка. А вот и голубая мечеть. Ну, там завешено, там они реставрируют. Уже 1.5 года как реставрация идет там точно. А может, я ошибаюсь, может, там всегда завешено, я не знаю. Видишь, вход вон туда. Аллах, Аллах, тут столько людей. Там очередь, вход для молитвы, кто хочет молиться. Большая очередь, даже радует. А здесь вход для иностранцев. Мы все еще стоим в очереди. Голубую мечеть. Это старые фотографии. А, сейчас идет худба у них. Видишь? Имам. Yeah, that's
inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Ama hocam yani var ama. Bak dedim var diyorsun. Вот она, эта плитка. Вот почему и называется эта мечеть голубой мечетью. В те годы она, наверное, вообще была невероятной диковинкой. Но она и сейчас красивая очень. А вот сейчас поближе сниму. Люстры вот такие вот огромные. Туда видно в те годы вот так колпачки вот эти открывали, стеклянные ставили, наверное, свечки. И потом закручивали. Наверное, когда султан приходил, ну или султаны, молиться. Наверное, все вот эти вот поджигали, да, лампочки, ставили свечки на всех этих люстрах, чтобы светло было. А тут убрали, смотри, только веревки висят. Может, на реставрации? Или, может быть, не было? Может, вот это только сохранилось, да, получается? Только одна люстра висит, а там нету. Может, не сохранилось, либо на реставрации, либо просто убрали. Полностью сделан из золота. Поднимусь. Пардон. Попайтесь. Все, на выход. Всегда кушаю. Мама знала, что я не похудею. Я планировала встретить это лето, минус 10 килограмм. Чтобы не ждать, если только не плюса. Там наверху едут болельщики, плывут, то есть. Весело плывем.